Начисление и оплата за коммунальные услуги производится согласно указаниям статьи номер 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. Неиспользование квартиры для проживания не освобождает владельца от внесения оплаты, но дает право не платить за некоторые услуги и получить перерасчет. Вам понадобится заявление в ЖЭУ, паспорт, справка с места жительства, документы на второе жилье. Основанием для начисления коммунальных платежей является регистрация прав собственности на объект недвижимости. Оплата должна производиться ежемесячно согласно квитанции, которая рассчитывается и присылается из единого расчетного центра. Если вы не проживаете в квартире, обратитесь с заявлением в ЖЭУ. Предъявите документальные доказательства своего проживания по другому адресу. Для этого предоставьте паспорт, справку с места жительства, документы о собственности на другую жилплощадь. В расчетный центр направят уведомление, на основании которого вам произведут перерасчет. Оплату за отопление вы будете вносить согласно общим тарифам, умноженным на кубатуру жилой площади, в которой вы не живете. Если у вас установлен индивидуальный счетчик тепла, оплачивайте отопление согласно его показаниям. То же относится и к использованию электрической энергии, холодной и горячей воды. При установленных счетчиках оплата производится согласно показаниям. При их отсутствии вы имеете право получить частичное или полное освобождение от внесения платежей. Общие домовые услуги вы обязаны оплачивать в полном объеме. Вас не освободят от внесения суммы за установку домофона, за ремонт общедомового имущества, уборку территории вокруг дома и мытье подъезда. Основанием для начисления данных платежей является ваше свидетельство о собственности. Собственник обязан в полной мере оплачивать содержание квартиры и всего, что так или иначе имеет отношение к ней. Если вы с чем-то не согласны, а перерасчет вам не делают и ежемесячно присылают квитанции об оплате того, что вы не использовали, обратитесь с исковым заявлением в суд. Все спорные вопросы по выплате коммунальных платежей можно урегулировать в законном порядке. На основании постановления суда вам проведут полный перерасчет и в дальнейшем не будут делать лишние начисления.